Мы, безусловно, знаем, что женщине нужно гораздо больше времени, чтобы возбудиться, чем мужчине. И тем не менее, занятие любовью в очень ограниченном промежутке времени может стать прекрасной практикой для внесения разнообразия в ваши отношения. Меня зовут Ольга Штерн, я сексолог и основатель онлайн-школы обольщения «Гейша». Я расскажу вам главные правила, как сделать так, чтобы близость по-быстрому была приятна всем участникам данного процесса и, конечно, доставила очень много кайфа и приятных воспоминаний. Первый важный момент – это, безусловно, использование смазки. Из-за того, что времени на прелюдию во время быстрой близости практически не остается, очень часто женщины испытывают недостаток в естественной смазке. И если ее не внедрять, то может получиться очень неприятная ситуация, даже могут быть микротравмы, трещины и так далее. Поэтому, если что-то подобное у вас приближается, то не забывайте использовать такой замечательный инструмент, как смазки. Следующий момент. Договоритесь о месте, где все это будет происходить, и не забывайте о том, что место должно быть безопасно, но при этом должно выполнять реализацию каких-то ваших фантазий. Возможно, вы всегда хотели близость на заднем сиденье автомобиля, или мысли о близости в лифте всегда сводили вас с ума, а вероятность, что кто-то еще вызовет этот лифт и, возможно, вас застукают, может поднять уровень адреналина в ваших отношениях и доставить очень много приятных моментов. Кстати, вот такая близость во время того, как, может быть, вас кто-то застукает, она очень сильно вносит разнообразие в отношения и надолго остается в памяти, поэтому если вы еще это не пробовали, то срочно внедряйте. Еще не могу не сказать о различных игрушках, которые могут быть фантастическим дополнением к занятию любовью по-быстрому. Это могут быть различные насадки, вибраторы и так далее, что очень быстро приведут женщину на пик удовольствия и оставят неизгладимые впечатления. Самое главное в сексе по-быстрому – это получать удовольствие, думать о безопасности и, конечно же, договариваться с своим партнером, чтобы все, что происходит, оно было максимально приятно, комфортно и реализовывало все ваши фантазии. А если вы хотите узнать гораздо больше техник о том, как радовать себя и своего мужчину, добро пожаловать на наш сайт geishaschool.ru.